Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет. Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудников органов внутренних дел, прошу считать открытым. В памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга, объявляется минута молчания. От всей души поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Желаю вам счастья, здоровья, успехов во всех делах и вашей профессиональной деятельности. Отрадно отметить, что межмуниципальный отдел МВД России Слободской с чувством огромного достоинства встречает этот праздник, с чувством достоинства за выполненные результаты в своей служебной деятельности, за выполнение тех задач, которые перед нами стоят. Хочется сказать спасибо и огромный поклон нашим ветеранам. Вы вносите огромную лепту в воспитание и обучение наших молодых сотрудников. Сегодня от лица всех ветеранов, присутствующих здесь, и даже тех, кто не присутствует, я поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем сотрудников органов внутренних дел. Я желаю вам успехов в службе, больших успехов в службе, семейного счастья, благополучия. Пусть не только этот день, а все и последующие дни для вас будут счастливыми и радостными. Значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Ваша служба связана с ежедневным риском. За скупыми цифрами полицейских сводок стоят спасенные человеческие жизни. Восстановлена справедливость. Мы благодарим вас за преданность своей профессии, высокое мастерство и оперативность, которые вы проявляете в каждодневной работе. Доверие и уважение жителей Слободского района были и остаются главной оценкой вашей службы. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго, что ж, друг друга выручали мы не раз, и не раз согрело нас в тяжелый час сердце, сердце друга. Во все времена, как бы он ни назывался, этот праздник был всенародным праздником, наверное, в первую очередь потому, что общество всегда с благодарностью относилось к людям вашей профессии. Вы выполняете очень непростую, тяжелую, и простят меня присутствующие здесь дамы в погонах, очень мужскую работу. Поэтому сегодня, в первую очередь, поздравляя вас и благодаря ваш труд, я делаю это не только от имени всех органов местного самоуправления города Слободского, от имени депутатов городской думы, но и в первую очередь от имени всех жителей города. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.